Всем привет, ребят! Ну что, доступно обновление? Поехали посмотрим, что у нас интересного поменялось, что же все-таки в игре будет добавлено, как оно реализировано. В общем, поменяли заставку у нас. В принципе, неплохо. Такс, блин. На своем аккаунте. На гостевом опять. Поехали. Перейдем. Там больше возможностей будет. Так, помененная заставочка. Есть. Ну, вот так вот теперь выглядят титулы. Начнем с этого. Новый титул 1.4, 1.8, 2.2, 2.8, 3.4, 4.2.5. 6 миллионов силы, да, вы бахнулись. Я не знаю, что тут надо будет делать на это все. Это просто какой-то космос. Что тут по подаркам? Смешные подарки, конечно же, но все равно. Так, давайте пересмотрим титулы. 800 карточки. Лям 800, 20 камней. Ежедневные бонусы. 5 камней. Вот такое, честно говоря, из то самое, по сути, запашки поменялись, усиление на арене будет. Окей, с титулом мы разобрались, новые титулы 6 миллионов, это просто бахнуться можно. Таланты. Так, давайте посмотрим рынок, тут у нас что-то обновилось, интересное новое есть или нет по итемах. Не, ничего нету. Окей, значит, поехали по талантам героев. 14, да, максималка 14. Сейчас посмотрим, что нужно для улучшения, каким образом. Так, поехали в судьбу. Так, 61, 62 и так далее. Надо. Так, обычные камни нужны были. Фигушки я качну дальше до 70-го. В общем, эти на максималке. Сейчас я посмотрю какого-то героя. Вот у меня 59 есть. Поехали, Оника, посмотрим. Надо, наверное, будет 60 тысяч как минимум. Может и нет. Ну, по расходам видите, сколько кристаллы. Эти камни надо копить. С красными уже идут. 59 застрял. 59. А вот у меня есть. Вот сейчас мы здесь прокачаем по максималке. Ну, прибавка в силе, конечно, конкретная. Ну, синие из запашки будет куда девать. Нормально в силе можно будет прибавить еще. Думаю, 2 миллиона не за горами. Единственное. 6 героев, ребят, 6 героев и 6 камней. Жесть. Просто жесть. 6 героев, вы чё, бахнулись? Я офигею. В общем, да, IGG, умеете порадовать. Так, новая локация. Вот здесь она находится. Она недоступна еще, к сожалению. Я ее обзор показал вам. Через 7 часов мы ее вечером сегодня затестируем с вами. Так, дальше. Что у нас еще интересного есть? Новые герои. Поехали. Найдем новых героев. Вот они, два. Один донатный. То есть вот этот вот баянист. По статам 54 тысячи. Ну, такое себе. Не особо у него скорость атаки средняя. Атака небольшая, жизни немного. Так, и второй у нас 105 тысяч. Вот это интересней будет. Так, а ну-ка. А, его можно получить путем роллинга. Вот так вот. То есть с бесплатки за самоцветы. Но жизни у него, конечно, нехило так. А, 105 730. Неплохо.
Сейчас умение скажу. Бард первый восстанавливает здоровье героям от атаки в течение следующих секунд. Каждый из них получает щит. Воскрешает героя, восстанавливает им здоровье. Ну, по сути, как дерево седно, что-то такое. Он донатный. А второй медведь. Максимальный урон, который... так... Нанести вражеским юнитам, оглушает их. Короче, он против юнитов. Когда герой атакует... Наносит лечение, снижается. Короче, понижает лечение. Ну, такое. Ой, я говорю, понижает лечение. Такой он себе. Не очень. Но жизни 105. Сейчас мы посмотрим, у кого у нас там столько жизни есть. Да, по сути, новый танк. Хрон. Сейчас поищем. 80. Так, где там мой хранитель? Ну, 106, да, новый тоже супер танк. 106, ну, честно говоря, такое себе, не знаю, насчет новых героев. Один донатный, один такой. А, вряд ли они здесь есть. Тут нету. Тут у нас Мэри. Такс, хорошо. С этим разобрались. Поехали дальше. Сейчас, прикиньте, с бесплатки упал. Это было бы жестко. Такс. Пишите, у кого есть герой. Возьму на обзор, сделаю обзор. Потому что ролить я даже не буду здесь бессмысленно. Герой того не стоит. Такс. Дальше. Два новых героя показал, новые скины. Скины. Поехали, смотрим скины на новых героев. Где вы? Тун-тун-тун, вот так вот. Первый и второй. Такс, изменены правила локации атака фортов. Посмотрим через один день атака фортов. Каким образом будет, посмотрим. Обещают, что будет раз в неделю. Награды на арене. Поехали на аренку, посмотрим. Так, награды на арене. Сто восемьдесят, шестьсот. Не знаю, не вижу пока по арене ничего. Какой арене? Может, здесь за вызов типа дают больше? Сейчас посмотрим. В общем, этот пункт непонятный пока что. Двадцать, может, в конце сезона или как, я даже не знаю, каким образом. Ну, посмотрим реализацию потом. Первое, второе, третье, может, какие-то ранги здесь. Ну, пока ничего не понятно. Забытая, проверим на всякий случай. Может, забытая или не та арена. Понятно. В общем, по поводу арены, наверное, сезонная какая-то награда. Такс, окей, с этим разобрались. Поехали дальше. Да, тут новых хитов никаких нету. Колесо дружбы изменено. Седно 6-6. Тут больше количество, походу, дали. Осколков 6-1. Ну, такое тоже неплохо. Улучшили награды, это радует.
Так, что еще у нас интересного? Награды на гильдийских боссах. Поехали, гильдийские боссы. Не знаю, чего они тут поулучшали. Я тут не вижу пока ничего такого. Ну, в общем, кто увидит, пишите, что тут улучшили. Ну, не знаю, может, лучше награды сделали. Так, супер питомцы. И волна, поехали, волна. АК, АЛ волны так и нету, это был фейк. Она пока недоступна, не знаю. Но, по крайней мере, у меня ее нету. Не вижу я новой волны. Насчет новой волны пока нифига у нас нет. Так, с волной понятно. Супер питомцы, поехали, посмотрим супер пэтов. Так, словим кого-то, но посмотрим. Вот так, новый супер питомец должен быть. Вот он есть, крокодильчик, который понижает, ну, который по сути против умения, его сейчас скажу, атакует, наносит урон, эффект лечения снижается. Вот так вот, то есть он по зоне бьет, ну, в принципе, как и обычный супер питомец должен быть крутым. Так, дальше. Смотрители. Добавлен новый левел смотрителей. Где там мои смотрители? Вот они. 11-й скилл должен быть. Но пока я не вижу никакого улучшения. Странно. За какой? Возможно, надо что-то пройти. Ну, я думаю, вряд ли, у меня тут не открыто. Какой они скилл добавили, тоже непонятно, в общем. Улучшения нет. По крайней мере, сейчас я не могу ничего улучшить. Непонятно. Такс. Может, и здесь добавили. Так, по героям этот. Получается, у нас к серой фракции относится. И это тоже. Ну, плюс 2 места в алтаре. Такое себе. У нас самиков даже нет. Ну, в общем, вся обнова, ребят. Не знаю. Пишите комменты, что вы думаете по этому поводу. Ждите дальше обзоров. Всем удачи. Всем пока.